Друзья, привет всем! С вами Ирокес, и сегодня мы посмотрим на отличную катку парня, которого на Reddit прозвали вторым Шраудом. В пабге его скилл похож на скилл Шрауда, он ведет себя, говорит как Шрауд, ну и старается немного быть на него похожим. Давайте же посмотрим, получается ли у него это, но по скиллу этому человеку действительно равных найти будет тяжело. Располагайтесь поудобней, друзья, приготовьте вкусняшки, не забудь, дорогой мой друг, поддержать это видео лайком, ну и подпишись на канал, если если ты все еще не с нами. Ну а так, конечно же, погнали! Друзья, карантин уже вам надоел, и компьютерные игры перестали приносить такое удовольствие и тот адреналин, который раньше, ничего страшного. Ведь есть выход. У моих друзей компании 1X появилось большое количество событий и интересных ивентов, которые помогут вам не только отлично провести время, но и, если повезет, то еще и поднять свой кэш. А по промокоду Ирокес, который вы найдете в закрепе, вы получите до 100 евро бонусом. Поэтому всем удачи. Удачи и спасибо! Игрок с ником Тогалтон, и в первые же секунды мы сейчас увидим всю суть пабга. Он выходит на соперника с дробовиком. У него был дробовик у врага, но если вы посмотрите, то у соперника совершенно нет жилета, а у Тогалтона второго уровня. И при этом ему ничего не прилетело только в голову, сопернику ничего не прилетело в шлем, только в тело. Но при этом в голое тело он его не ваншотнул, а Тогалтону прилетело практически. -хп. Да, это пап с дробовиками, абсолютно стандартная тема, совершенно знакомая ситуация, я думаю, каждому, кто играл в эту игру. Но вот такой вот первый фраг. Далее уже он, естественно, подхилился, немножечко восстановился, нашел себе еще М16А4 и обратите внимание, насколько четко закинул данный Молотов. Он услышал э, соперника в этом домике, начинает, естественно, его подпушивать под, э, как раз таки тот самый огонь, зная, что враг никуда не денется, держит еще в руках дробовик, но э, соперник отбежал, видимо, все-таки понял, что с нам шутить не стоит, и вот здесь, как раз таки, дробик сработал отлично. Второй. Фраг, пока что все с дробовика довольно-таки агрессивно делает этот парень, но. Тут уже поменял, взял себе М416 и, естественно, коряк Но с ним он долго не останется Он иногда берет снайперские винтовки просто для, скажем так, контента Он говорит зрителям на стриме, если хотите, я ее оставлю Все, естественно, говорят, да, хотим Но, чтобы как бы отыгрывать более эффективно Естественно, предпочитая ДМР винтовки в приоритете СЛР Ну, здесь 100% понятно ВССР пытался как-то расстрелять Тогалтона, но... Идеальный флик в голову, моментальный с 4 x прицела. отправляет его в лобби, говорит, дружище, мое мод же сильнее, чем твое, и поэтому... У тебя не получится со мной что-то сделать. Пока что вообще идеально. Первого соперника там скрипя руками, а остальных уже раскатывал вообще без единой потери хп. Далее слышат перестрелку между двумя соперниками. Самое всегда приятное подходить именно в такой момент, когда враги сконцентрированы друг на друге и можно как минимум забрать одного в спину. Но если повезет, то сразу обоих. Прокидывает гранатки. Пока что не понял, куда перетянулся второй тип. Здесь занимает, естественно, дом, но вроде как э, ни один из тех, кто участвовал в перестрелке, не был убит. Поэтому сейчас у него здесь два соперника. Главное, не зайти в бур-брод, Замечает первого, выглядывает. Дружище, ты чё там, уснул что ли? Куда ты вообще сидел, что то смотрел, даже не двигался? Крауджампит в окно, понимает, что здесь должен быть второй тип, который как раз-таки его пушил и... Что-то делает Решил, видимо, немножечко как-то побаловаться с а, оконным проемом, как-то удовлетворить свои низменные желания. Ну, да, ладно, мы не осуждаем. Ну и тут далее, естественно, поскольку уже соперник никак не уходит, а начинает его подпушивать, не понимает до конца, естественно, где он находится, поэтому да, аккуратно чекает. Видимо, в ближайшем доме первый промах скорекан, ничего страшного, тип быстро ушел за оконный проем. Но здесь опять же отличный хедшот, мистер Гр Тако блин, жалко ничего, так, но тем не менее получил также в голову еще один хэт, Нет, слушайте, в самый неподходящий момент данный парень отошел, только вот он не понимает, что за фигня, уже третий раз не попадаю, но ничего, Сэмки можно дострелить. Вроде как два попадания в тело было, но этого, естественно, было недостаточно. Но там еще кто-то стрелял в смог, значит, еще в починках остался как минимум один соперник. Кстати, многовато игроков для соло-режима, уже получается седьмой фраг. Где-то там в починках бродил, но так он и его... И не нашел разминулись поэтому все-таки выходит с шестеркой далее ищет транспорт пытается как-то закрыть круг и обратите внимание поменял все-таки коряк на найденный мслр но ну, что и требовалось как бы ожидать потому что действительно действительно уж все предпочитают эту пушку как минимум из-за этого по мощности она наверное срка ну не особо сильно уступает и просто если у человека не full хп хедшот его стирает моментально ну и в принципе против нее очень тяжело пикаться, отыгрывать Потому что урон у нее просто бешенейший Ну и полуавтоматический режим, конечно же, конечно же, дает о себе знать Ну и далее, естественно, кроет э, край круга Понимает, что как раз таки именно при такой синьке должны быть здесь люди Гляньте, на папича иконка Саба похожа э, Так вот, понимает, что кто-то должен был перетягиваться со школы, с общак, с рожка Ну и видимо вот этот вот парень с пробитым колесом не вывез вообще данного дерби немного глумиться над соперником, говорит, дружище, ну ты чё, ну ты чё, ты хотел от меня уехать, ты видел, какой у меня мотоцикл на таране, и забирает себе девятый фраг. Далее еще немного задержался за синькой, увидел типа, еще один хедшот с СЛР, это десяточка, естественно, не будет подбирать транспорт с двумя пробитыми колесами, это уж, это уж слишком вопрос, как вообще тот чел на них двигался, но, видимо, у него какие-то особые навыки, особые умения. Ну и поскольку уже не так много людей осталось на карте, всего лишь 28 человек. Нужно вот действительно ездить, собирать урожай, поскольку просто обычный топ для этого парня слишком неинтересно. Вот он катается, сигналит, ищет, где тут кто. Можно было еще попытаться трюк сделать, но пока не получилось и чуть не потерял на этом свой мотоцикл. Слышит справа какую-то стрельбу, почему-то не подтягивается в нее, видимо, решает отыграть от круга, не хочет пока тусить за синькой, хотя еще 50 секунд, Мне кажется, ему бы более чем хватило. Еще <laughs> один полет по веткам. Вот. Вот тут трюк прошел отлично. Нормально. Все хорошо. Ну и после такого можно как раз-таки человека расстрелять. Да, тут парень на трехколесном мотоцикле, который еще почему-то решил замедлить свою скорость. Рейв Ютуб какой-то 11 фрагом стал для Товилтона. Тут э, насматривает, опять же, людей из круга. Говорит, вот тут у меня соперник, вот там еще кто-то есть. Сейчас мы будем будем его пекать, включает сеньку, пив-пафу, вот так вот, оп-оп-оп, но пока, пока нет, достаточно хорошо куешится, поскольку не видит врага, который пекал бы его. Во какое-то супер-микро-непонятное отверстие нашел сваг Пабгера, и с двух пуль, дав ему хэдшот плюс тело, забирает его со скоростью действительно снайперской винтовки в голову. Жесть, как он вообще там увидел такой, такой маленький прям пиксель, но... Но, в принципе, ничего удивительного, да, тут прокидывают флешку, кстати, очень многие недооценивают эту гранату, а зря, вот здесь, кстати, стрельба немножечко-немножечко подводила Тоглтона, но все равно, все равно ему хватило того, чтобы перестрелять этого соперника. Вот тут стройки настреливают куда более жестко, Хуа Гуан -Уин попал на 16 место списка убийств в данной катке, и обратите внимание, убил человека с Хуа ТВ, поэтому, поэтому это достойно, и перестрелять. Стрелял, скажем так, читера Тут парень с грозой, который сразу же попадает в голову Но Джинджер Мохикан Также отлетает на 17-й строчке Теперь можно еще взять грозу Хотя зона поджимает, нужно было, да, действительно Сначала подхилиться, нужно очень оперативно все делать Давай, перетянешь? Нет, не перетянешь Грозу, сказал, ну ее нахрен уже Мешает мне вот это вот все Обвесы менять, вот это патроны перебрасывать Всего не хватает Останусь сэмкой мне и так, в принципе, хорошо И так втащу Ну, оно правильно, что, какая разница С чего убивать соперников, когда твой скилл на две головы выше, поэтому нормально. Все легко. Далее чекает каждое деревце, кустик, домик и вот много игроков. Они как бы напрягаются из-за того, что есть лежачие пацаны, из-за того, что как раз таки кто-то ничего не делает, а потом их из куста убивает. Вот для того, чтобы такого не происходило, нужно вот стоять у какого-то одного деревца и просто смотреть везде по сторонам, не торопясь. Вот обратите внимание, он двигается без шифта, потом увидел типа типа справа, тут же настрелял, далее его бегает, берет угол, понятное дело, что сейчас соперник будет хилиться за каким-то из деревьев, то он пока не видит за каким, увидел как раз таки его лежачего за счет того, что подпрыгнул и спокойно забирает 18 фрагом, даже опять же не получил ни малейшего урона, тип не успел даже по нему выстрелить, просадился по хп и пока лежал, хилился уже, уже не встал, скажем так. 18 фрагов, осталось 5 соперников, то есть в теория это может быть 22, довольно неплохая цифра, ну все, что больше двадцатки, естественно, это очень и очень круто. замечаете, типа, в тубзике ловят его на таком полупрефе бошку и действительно попал голову плюс тело, ну, видимо, там была шея, потому что непонятно, как данный соперник выжил. Тут еще две невероятно жестких пульки и типа забирают зоны, но по факту это был фраг Тогглтона, он бы его расстрелял, но там вообще чуть-чуть осталось. И понимает, что ему нужно двигаться в зону, против этого тубзика крайне тяжело, и он поэтому закидывает его смоком, чтобы тот тип не мог по нему попадать. Опять же, настреливает крайне болюче с СЛР по первому. 19 фраг забирает себе. Тут еще тип пытается его подрашить из смока. Прокидывает пару выстрелов с М416. Но зона бьет очень-очень болезненно. Хорошо. Все, успел подбежать к краю. Прилег. Понимает, что просто так здесь сейчас хилиться нельзя. Этот тип может, да, вот так вот сделать. И понятное дело, что сейчас Тоглтону нужно максимально сосредоточиться на его убийстве. Пока вроде чел не пикает. Пытается съесть аптеку. Если получится получится, то все, ситуация снова нормализовалась. Да, все отлично, теперь можно переходить в активное наступление за счет нормального количества хп. Прокидывает флешку, пытается по информации понять, где этот тип находится. Понимает, что он за тубзиком. Вот здесь настрелял крайне болюче. Прокидывает еще за дверь. Сейчас еще будет молик. Здесь можно его даже было не рашить, а просто занять вот эту вот горку справа и оттуда его настрелять. Но тип просто сгорел, скажем так, на работе. Ничего страшного, бывает. И это двадцаточка, ну что ж, сейчас как бы момент X остался один в один против соперника, который непонятно где, непонятно что делает, сам Тогглтон, естественно, давал о себе информацию, то есть, понятное дело, где находится он, и поэтому сейчас нужно прям супер идеально все начекивать, и какой-то минимальный вообще пиксель, чувак, как круто пикался против него, идеально торчала только голова, но Тогглтон... Во всей э, траве И во всех вот этих вот кушерях Все равно смог его увидеть И понятное дело, что теперь Ему нужно подойти к зоне Занять хорошую позицию в виде вот этого Лоу-граунда и просто ждать э, Данного соперника Его ошибки По идее он также будет пикать крайне аккуратно Что будет торчать только голова Да, Тоглтон его увидел, настреливает очень больно стройки И это 21 фраг М416 Даже не вспотел, что-то как-то особо Напряжения у него не было, но по факту это даже да, как он говорит, 22 фрага. Потому что у него Синька забрала один, там, где тип уже умирал. Ну что же, вот такой вот парень. Скажите, напишите в комментариях, насколько, по-вашему, он походит на звание второго шрауда. Но повторюсь, на рейдите его как раз таки именно так все и называют. Надеюсь, данный видос вам понравился. Счастья, здоровья, удачи, друзья! Всем спасибо за просмотр, и, конечно же, до новых встреч. А следующее видео. Уже совсем скоро.